Все заходим, когда выходим, все встраиваемся в коробку. Никто не идет, сколько там пару человек, больше никто не идет. Все в коробку. Выстраиваемся, пару человек. Вы знаете, я всегда говорил о том, что мы должны сделать все для того, чтобы разбудить всех граждан Молдовы, потому что те протесты, к которым привыкли граждане Молдовы, вне зависимости от национальности, за последние 20 лет, это чаще всего были протесты лежа на диване перед телевизором. И когда в стране происходят такие события, а общество реагирует, это говорит о том, что в Молдове все-таки есть здоровое общество, есть люди, которым не безразлично то, что происходит в Молдове. И сегодня эти люди вышли для того, чтобы сказать «нет» сегодняшнему правящему режиму, по-другому его не могу. Ожидаете ли каких-то провокаций? Ну, вы знаете, ожидать ожидаем, но делаем все для того, чтобы ничего не произошло. У нас должна быть абсолютно мирная акция. Мы должны подать пример и некоторым другим товарищам. То есть не нужно никакой агрессии. Вы понимаете, когда проснется вся страна, а я вас уверяю, что в ближайшее время это произойдет. Ведь сегодня заложен первый камень, который является началом большого конца для правящей власти. И когда выйдут сотни тысяч людей на улицы, а поверьте, это произойдет и произойдет совсем скоро, то не спасает уже ни провокации, ни уголовные дела, ни аресты. Поэтому я уверен, что все закончится только положительно. И самое главное, что мы должны сделать, это вернуть доверие граждан к собственному государству, потому что многих оно уже утеряно. 100 человек сегодня участвуют в протесте. Обещали, что будет 40 тысяч, но говорили не 40 тысяч. Ну, что 500 тысяч? 40 тысяч говорили, что будет. Да. Да, я говорил о том, что в сегодняшней акции будет не меньше 30 тысяч человек, и у вас в ближайшие максимум час времени будет возможность в этом убедиться. Сейчас сколько протестующих? Вы как считаете, что я хожу с калькулятором и считаю, сколько людей? Есть. Мы технически подготовились так, чтобы потом не было никаких спекуляций. То знаете, как у нас в Молдове. 5 тысяч, 20, 50, 100. Есть несколько дронов приготовленных, расставлены камеры на самых высоких зданиях в городе заранее. И об этом мы можем говорить после акции, но точно не перед ее началом, сколько человек. Знаю, что очень много, я благодарен этим людям. Я благодарен и тем, которые протестуют на площади Великого национального собрания. У меня есть определенные вопросы к организаторам. А людям я могу быть только благодарен, потому что люди проснулись, встали и пошли. А вы допускаете возможность объединить эти протесты, которые сейчас на площади, вот платформа, ну, да? Вы знаете, в связи с тем, что один из лидеров платформы, да, заявил о том, что они создают политическую партию, пока я это себе не очень представляю. Особенно после того, как с утра до ночи начали с того, что усатый проект Плохотнюка, закончили тем, что усатый уже участвовал и в краже миллиарда. Ну, там люди с ума сошли. Просто я им сказал, пусть обращаются к психиатру, нет, я им предоставлю. И одно из требований – это досрочные парламентские выборы, как мы заметили. Вы знаете, что по Конституции сейчас это невозможно? У нас сегодня есть мой основной клиент – это наш молдавский Тимати. Он же его высочество президент Республики Молдова, который считает, что он очень много делает для страны. Он вообще считает себя лучшим президентом из всех президентов, которые когда-либо были в Молдове.
Знаю, что держит его спрятанным в Кондрице. Не очень хорошая затея для тех, кто его там прячет. Я имею в виду господин Покурару, ответственный. Его уже выпускают даже на улицу по расписанию, понимаете? Я говорил в одном из интервью, что не дай бог еще произойдет, как в одном американском фильме, где человека прятали 17 лет, он просто не выдержал бы в один момент и закончил, как Березовский, понимаете? Ну, вода сама докрыной, вема царум пришедите, кари демоменту, канаде венет пришедите, приморан думя, ну, прел, бедя, пидумел, мактету лумел кунашт, мол, смолес батрин, принсатика, санцелечес, кани трепчине, если пришедите Республики Молдова, кам побуд моему сюда, распун Влад Суркану, диаста мурим чал моему, ади кам мул с вами, консидеры к портатору дикувента пришедите, ну, штиску мум, кари, ну, дудис, штяска, кари, нужди, ну, кунашти графия латина. Дарка нам возут к Влад Цуркану, караспун чинес, пшеницей Республики Молдова, деварича ранц, он даже требали дискис, ну, я ран требали кис. Тимофти есть у персуана кундуса, дурло лес, штиску, май батранс, ну, сную плака, сну дурязка, с претендин, он на мандат. Часто есть у пшеницей контрулат, челпцен, диванчепотл, страдел, сестрадел, сау контроле за шпилат, шпилататюн. Уну прим по дурару, доля прим пешка, кола ворма. Филат, ну, что я факут буду гипнозер, потому что я ел, слепалка, древкну приз, принешь ему тебе бы, да, ворку. Шетти мофти его рамас, он пришибит и ему ручной прийти, понимаете? Поэтому, если ему скажут сегодня переселиться в дом престарелых, он тоже туда поедет. А в этой информации сигуре, как мне, а мы сейчас будем не оставим? Ну, к информатике, да. У нас кусут или кручинки, а у меня сейчас он там. Зелье есть, а целый витам шла сербича, друзья. Зелье есть, а по этому визита, ты мне вышла кондрица, что ли. А с ведущим вручим здесь чем идиоми. Я сапацала чета тень. Пати после яски, аж до меня выпер персонал, да васи буркнос яски. Лас яску нала дискутий. Там везут Антонира, Андрей Пешидент, и Молдови, и лидеры платформы, да. А в Штиску мира по конфилму любови тайны Сан-Сатвича, Штиску. Ну, я же нас имя объяснил. Dar de ce să uniți eforturile împreună cu domnul Dadon, cu Socialiști? Ca să înțelegeți, astăzi cetățenii trebuie să consolidați. Când în țară sunt formele arde, când polițiștii, procurorii, judecătorii fac tot ce vor, astăzi noi nu trebuie să dezbinăm societatea. Eu, în general, poziția mea personală este că noi să consolidăm societatea. Да, но и 20 дней пи вамени беспарты. Правый электорат, левый, центральный, ну и корректно. Сын тот четвертень Республики Молдова. А вем он цары, молдовень, румынь, руж, гагауш, булгарь, украине. Шапас чен сам, кага, ну, ее стал диворба, ну, маку молдовень, аж пшей карис консидер руж. Астас, а челеш проблеме, ляу, ши, чей карис консидер румынь, чей карис консидер, чей карис, ну, консидер, да, сун, гагауш, булгарь. Марок, астая ситуация. Ша астая знайдем, дак авем 40 партийной регистрации. Ла министеру юстиции апаста носам, хайдем 42 партийной лос консолидези электорат. Он ворбит ку домну Дудон, и он спус парире, каза карфи курец, и у акционе, сму фачем акционе диферит. Кы аз вазут, шаша могут не плачать. Платформа, да, майно приватизат, ши скуару нэти парламенту, адика, ну, кнули пермитинг, акулу тот мой сентим. Швадат самое, аздям, так Дудон ешела парламент, кусаты ешела министеру агрикультуры Салвамае, но, ну, после визила, максимум, он трос оптимент дизель, что видят сюрпризы. Там целеск, смотри, трезы, спламен, все интересно. Тем не менее, пару месяцев назад вы обвиняли социалистов, потому что они голосуют вместе с действующей властью на местах. Да, я не обвиняю. Я всегда говорю то, что я считаю нужным, и то, что есть на самом деле. Я, не, в отличие от некоторых политиков, никогда не выхожу с заявлениями для того, чтобы получить политические дивиденды и так далее. Если на тот момент у меня была эта претензия, я об этом Игорю сказал. Потому что, ну, у меня, естественно, тогда возникли вопросы, когда в 16 районах голосуют за один партию. Я как бы, ну, вчера родился, кое-что понимаю. То же самое, как я и говорил, если я говорил несколько лет назад про то, что он голосовал за Тимофея. Я ему сейчас сказал, ты за него голосовал, ты его и снимай.
я могу только поддержать, понимаете? То есть сейчас тебе претензии сняты? Да. В момент, когда мы хотим объединить общество, обсуждать претензии, какие у меня есть до Дона и какие, может быть, у него есть перед мной, я считаю, неуместно. Наступит момент, мы на эту тему переговорим. То есть нет проблем. Да. Aveți de gând să extindeți orașul vostru în fața parlamentului? Sigur, dacă nu încăpem, vă dați seama. Iată astăzi, din informația care am primit acum câteva ori, deci am înțeles că au dorința să rămâie, și să rămâie o perioadă mai lungă, circa 700-800 de oameni. Și este o problemă, deoarece scoarul în fața parlamentului este mic, este linia roșie, am discutat cu polițiștii. Nu vrem, dacă organizăm un proces pașnic, în același timp nu vrem să fim vandali. Vă dați seama, în fața Parlamentului există un gazon, Moldova, Ploci, adică vă dați seama, și spunem și noi corturile pe iarbă, să distrugem cei ce au muncit oamenii, nu este corect. Și ne gândim, poate mai găsăm azi vreo două locuri, unii cu Doamne ajută, mai apar vreo 2-300 de corturi. Deja am început, dacă ați observat, procurăm corturi mari, ca într-un cort să poată dormi 4-5 persoane, știi? Mai fac prieteni, mai fac copii, am zis. Vine funcția de primar și toate statale. Deci acum, la moment, sunt în concediu din cont propriu. Știți cum să protesteze lumea și eu să le spun, băieți, hai voi protestați, dar eu stau la Bălți. În Bălți lucrurile s-au pornit cât de cât bine, am dat niște indicații, asta nu înseamnă că seara sau dimineața tare, chiar fiind în concediu, nimeni nu să-mi interzică să vin în primărie din Bălți și cuiva să-i dau niște indicații, oare mai apar clienți de ăștia care i-am avut acum câteva zile cu autosul în Britanie. Dar când credeți că se vor încheia aceste proteste și veți avea rezultate pe care solicitați? Înțelegeți? Depinde cât de tare o să cânte ultimul marș al ultimului. O să mă strădui să-i cânt. Cea mai mare pretenție este către domnul Timon. Nu, dumneavoastră ați menționat un lucru foarte corect. Astăzi, cu 6 luni, înainte de expirarea mandatului ședintelui, Parlamentul nu poate fi dizolvat. Dar dacă al vostru Nicolae Timon dă demisia, deja începe o procedură destul de interesantă. Trebuie să fie ales un nou președinte. Înțelegeți? Ceea ce astăzi este practic imposibil, cum să vă spun. Adică toate jocurile noastre, ne cătăm că Dumnezeu o privatizat deja pe Ceremeu, ne cătăm că vrea filator, nu vrea. După declarația mea care am făcut-o cu Gimpel, așa de mească, l-a scris pe Facebook, că mai pleacă azi un deputat, a făcut o ședință. Mai nu le șterge pantofii. Băieți, am avut o perioadă grea, dar trebuie să înțelegeți că nu trebuie să plecați. El înțelege că 1-2 zile, este, eu vă spun că racheta pleacă de la Pelidimeș, deja când în alianță. Să fie 41 de deputați, iar o situație interesantă. Vă le spun doar cele care pot să vă le spun, dar restul, știți cum, trebuie să mai lăs eu niște. Dar ce așteptați? Că să fie demisia domnului Timofte, dacă nu poate fi ales alt președinte? Demisia domnului Timofte. Nu o să fie ales președinte. Nu o să fie ales președintele. Asta ar însemna că merg spre alegerile anticipate. Dar dacă lângă asta rămân în loc de 51 de deputanți, în alianță rămân 49-50, înțelegeți că e varianta numărul 2. Poate să plece și domnul Strileț, mai departe se ocupe cu Selitra, cu și s-a ocupat toată viața. Mă refer la activitatea dumneavoastră personală. Mai ales că noi, toamnă, trebuie să pregătesc de primăvară. Tot Selitra prin țară vine practic prin dumneavoastră și tamam, la s-o ocupe, mă când vine. De ce ai înșesc și el? Mulțumesc! Ce tot să Thank you.
1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, раз. 1, 1, 2, раз. 1, 1, 1, 2, раз. Раз, два, три. 1, 1, 2, раз. 1, 2, раз. 1, 2, раз, 1, 2, 3, 4, 1, 2, вот, дай, 1, 1, 2, 3, раз, есть, да? Один, да. Раз, раз, 1, 1, вот сейчас, есть? 1, 2, раз, 2, раз, 2, есть. 1, 1, 2, 3, раз, 1, 2, 1, 2, раз, 2, 3. 1, 1,
два, раз, 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 один, два, раз, раз, один, два, раз, два, три. Один, два, один, один, два. Один. Один, два. Раз, раз, два. Хоть и ладубы, хоть
Франции, ла дубе! Путеря поборолуй! Путеря поборолуй! Путеря поборолуй! Путеря поборолуй! Путеря поборолуй! Путеря поборолуй! Жос олигархи! 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 Власть народу! 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 Тимофти в отставку! 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 Унудой, унудой, гувернаря лагуной. 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 Унудой, лагуной. Унудой, унудой, гувернаря лагуной. Молдова! 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 Жулики и воры, 5 минут на сборы. 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 Thank you.
Молдова!
Молдова! Молдова! Молдова! Молдова! Молдова! Молдова! Молдова! Власть народу! 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 Молдова!
Тимофтий, демиссия! 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 Молдова! 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 Молдова!
на дубе! Молдова пере мафіоз!
Молдова переходь! Молдова перемафіоз! Молдова переходь! Молдова перемафіоз! Молдова переходь! Молдова перемафіоз! Молдова переходь! Молдова! 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 Власть народу! 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 Унутой, Альянса Лагуной! Унутой, унутой, Альянса Лагуной! Унутой, унутой, Альянса Лагуной! Унутой, унутой, Альянса Лагуной! Альянса Лагуной! Унутой, унутой, Альянса Лагуной! Унутой, унутой, Альянса Лагуной! Унудой, унудой, Альянса Лагуной! Унудой, унудой, Альянса Лагуной! Альянса Лагуной! Молдова фера олігарх! 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 Молдова! 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 Верните миллиард! 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 Миллиард в казну воров!
казну, воров в тюрьму, миллиард в 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 казну, воров в тюрьму. Миллиард в казну, воров в тюрьму, миллиард в казну, воров в тюрьму, миллиард в казну, воров в тюрьму. Хоти Ладуба, Хоти Ладуба, Хоти Ладуба. Хоти Ладуба, 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 Хоти Ладуба. Хоти Ладуба! Жест олигархи! 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 Жест олигархи!
меня большая просьба ко всем участникам этого марша. Во избежание инцидентов, если будут какие-то провокации, мы будем проходить площадь Великого Национального Собрания. Ребят, никого не пускаем в колонну, всех подозрительных товарищей в руках там с пакетами, конфетами, гранатами, не знаю чем, просто локализуйте. Просто локализуйте, передавайте полиции. Никто ни на кого не поднимает руку, ни в коем случае. У нас мирная акция, у нас мирный протест, а когда наступит тот день, у нас будет 100-200 тысяч человек, все так же по-тихому, мирно у нас пройдет. Мы идем без агрессии. Рок тот щедотени. В Амуцумес где тот суфлет у Кацакчептат, Савинец, Спартичпас, Лачаста манифестация. Республика Молдова, Локуинск, Маймут Щедотень, Абьем, Молдовень, Руш, Румынь, Булгарь, Гагауш, Украине. Требуется демонстрам. Тутурор Щедотень, Лорди, Республика Молдова. Шичилур, Дидекстериор. Касындем, Чей, Кариунес, Сучи и Датя. Шину, Одеспина, Кумса, Факута, Ултими, Дозич, Дядь. Канаучапуцы, Диспарты, Уамени. Правый электорат, левый, центральный. Екзисты твар чертотян, а Републичи Молдова, шину контязы, чини есть дупа национу. Сегодня главная задача, которая у нас есть в стране. Victoria! Victoria! Victoria!
Молдова! 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 Жесть олигархии! 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 Молдова, Виктория! 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 Вы это...
Вся власть народу!
Направо-право смотрим, не даем людям заходить. Хати! Латубе! Yeah!
Shoot up!